Приглашаем в красный угол октагона Муналивов Минатулла, Республика Дагестан. Угол октагона приглашается спортсмен Исрабилов Умават, Чеченская Республика. Представляем бойца красного угла. Ему 21 год. Его рост 166 сантиметров. Его вес 56 килограмм 200 грамм. Он является чемпионом Азии по FC FMA, призером России по FC FMA, призером международного турнира по FC FMA, чемпионом Дагестана по панкратиону. Представляет бойцовский клуб Сарикуб из Республики Дагестан Муталивов Минатулла. Представляем бойца синего угла. Ему 19 лет. Его рост 169 сантиметров. Его вес 57 килограмм. Он является чемпионом СКФО и России по рукопашному бою. Чемпион России по боевому самбо. Мастер спорта по рукопашному бою. Представляет бойцовский клуб «Ахмат» из Чеченской Республики. Исрабилов Умават. Ну смотри как. Два красного. Один красный. Первом раунде за второй, за 2 минуты 39 секунд до конца боя победил боец в красной экипировке.